день, день охоты на слонов. Посмотрим, к чему это приведет, чем это может закончиться. Не знаю, мне просто интересно было всегда прокатиться на слоне, потому что, блин, они всегда улыбаются. Это круто, значит, они довольны своей жизнью, они радостные, они счастливые. Так почему бы не поконтактировать с таким счастливым животным, тем более, если это можно сделать легко. Так что будем кататься на слоне. Ну что, теперь осталось лишь кого-нибудь застопить. Делается это очень легко. Просто выставляешь свою руку на дорогу и ждешь счастливчика, а не такси. И снова такси. Возможно, это едет моя надежда. Ну, останавливайся. Ну, чувак, ну что ты, а? Блин, кого ты не взял? Ты бы знал. Короче, пока еще никто не остановился. Не знаю, но все улыбаются, когда проезжают, просто приятно смотреть. Короче, уже остановил двух чуваков, один из них оказался мой сосед по отелю, но оба они не имеют достаточного опыта, чтобы водить уверенно вместе с пассажиром. Мой новый друг из Канады остановился для меня, сейчас мы поедем. Как дела? Довезли меня до слонов. Бойся меня, да, бойся. Вот. А я уже подхожу к своим слонам, которым ехал, в принципе, очень быстро. Сейчас посмотрим, готовы ли они меня прокатить. Ну что, ты готов? Слоны. Дети. Этот слон еще танцует, прям кайфую. О, you come from? I'm from Russia. Oh, Russia, да? Ну вот, едем на слоне. Поставили такую решетку, чтобы я не выпал. Не соскочил. Ну что могу сказать, слон работает хорошо, практически без остановок. Мой наездник молчит, это тоже хорошо, хотя тайцы всегда молчат, особенно если они не знают ни слова на твоем языке. Шляпка прикольная у него, почти как моя. Так выглядит слон без наездника, прикольно, да? О, он писает. Ходим мы в основном по каким-то джунглям. В принципе, не могу сказать, что есть что-то такое, что стоило бы снять на видео, кроме вот этой вот панамы, ног и ушей. Вот такой вот слон. Что-то у нас пошел разворот. А, слон проголодался. Как видите, слон вечно голодный. Все время хочет что-то поесть. Прям как я. Ну как я выгляжу? Как колонизатор какой-то, наверное, который эксплуатирует слона. За счет своего интереса, чтобы снять интересное видео. Не знаю. Может быть. Больше всего меня удивило то, что слон
знает правила дорожного движения. Он идет по левой стороне. Ну, по крайней мере, шел. Сейчас он немного нарушил. В общем-то, делать больше, кроме как снимать видео на слоне, нечего. Только снимать видео и фоткаться. Здесь я буду купаться. Ощущение после купания в реке такое полное, абсолютное тишины внутри меня, спокойствие и спокойствие. Только что обезьяна напала на меня и забрала мой ананас. Счастливо? Да? Вкусно? Сначала я ее пинал ногой, отбивался кое-как и думал, что она отстала, но в итоге она добила своего. Написано: пожалуйста, не кормите обезьян. Единственное, что забыли написать: если они будут голодны, они заберут у вас еду сами. Никогда не видел такого большого ананаса. Вот такие большие ананасы. Мой любимый дурин. Теперь главное идти спокойно, не привлекать внимания, чтобы обезьяны меня еще не забрали, дурин. Буду наслаждаться этим потрясающим видом и есть самый потрясающий, самый вкусный фрукт – дуриан. Как же я его обожаю. По вкусу дуриан напоминает, знаете, такой вкус кремового, сладкого мороженое, в котором сочетается множество мягких, очень нежных вкусов. Если вам попался невкусный дуриан, значит, он просто не спелый, потому что спелый дуриан, он невероятно вкусный. В итоге я вернулся назад, меня довезли украинец и поляк. Было спокойно, тихо, хорошее времяпровождение дня. Вот такое вот завершение дня. Не могу сказать, что катание на слонах было чем-то суперинтересным. Но, честно говоря, почувствовать вот эту радость и спокойствие, с которой слоны проживают свою жизнь, наверное, это было просто-напросто что-то новое, что я еще не смог понять, прочувствовать. Поэтому оно мне кажется, возможно, не настолько ярким, интересным, как, например, тот же автостоп, где ты больше взаимодействуешь, больше общаешься и тому подобное. Вот. Но ничего. Я очень рад, что это случилось, и я всем рекомендую хоть раз в жизни не то чтобы прокатиться на слоне, хотя бы дотронуться до него, увидеть, как он стоит, танцует, радуется жизни, этот тайский слон.